Я расскажу вам, во сколько лет вы выйдете замуж. Перемножаем два эти числа. И вот сейчас начинается самое интересное. Именно в этом возрасте вы выйдете замуж. Алло, я Вера. И сегодня я расскажу вам, как вы можете узнать, во сколько лет вы выйдете замуж. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное. И погнали. Метод супер простой. Вам потребуется буквально листочек, ручка или там маркер и 5-10 минут вашего времени. И вы сможете достаточно точно узнать, во сколько лет вы выйдете замуж. Точнее, во сколько лет будет наибольшая вероятность для выхода замуж. В общем-то, у меня немножечко закрадываются сомнения по поводу этого метода, но я проверила на себе, и по моим предположениям, достаточно правдиво все выглядит. Результаты этого гадания, типа гадания, рассказывать, по идее, нельзя, потому что, ну, не сбудется просто. Поэтому я решила проверить на достаточно известных личностях. Ну, например, возьмем сейчас, ну, я не знаю, вот первый, кто вам приходит в голову, напишите. Мне приходит в голову, например, давайте Бритни Спирс возьмем. Ну, типа, самая известная попсовая певица, ну, наверное, Бритни Спирс. Ну, за последние 20-30 лет, я не знаю. В общем, давайте возьмем ее, я сейчас буду проверять на компьютере. Нам нужно узнать год ее рождения, точнее, не год, а дату. Так, Бритни Спирс. Открываю Википедию, и здесь у нас написано, что она родилась 2 декабря 1981 года. Нам нужно записать 2, 2, ну, 0, 2 не обязательно записывать, просто 2, 12, 1981 года, да, все верно, 1981. Записываем дату отдельно, без точки, и год отдельно. Перемножаем два эти числа, получаем. Я так быстро считать не умею в уме, поэтому посчитаем на калькуляторе. 212 умножаем на 1981. Получаем шестизначное число. Его я запишу вот здесь отдельно, жирненько. 4, 1, 9, 9, 7, 2. Так? И под каждой цифрой, начиная с первой, мы расставляем цифры от 1 и до того момента, до того возраста, сколько лет? До 36 лет, это в случае Бритни Спирс, например. Так записываем друг по другу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Запишем все это, а дальше вы узнаете самое интересное. 12, 13, 14, 15. Так, получили вот такую табличку. И вот сейчас начинается самое интересное. Нам нужно узнать, я точно знаю, что она была замужем, там был какой-то скандал, что она 2 раза в 1 год выходила. 2 раза выйти за год замуж, ну это просто вообще фейл, я не знаю, как можно было так умудриться. Наверное, этот год для нее супер удачный. Поэтому, мне кажется, вот с Бритни Спирс будет очень даже правдиво, как мне кажется. Сейчас проверим. Википедия почему-то не выдает, так что я загуглила, и прям сразу же выдается свадьба Бритни Спирс. По запросу свадьба Бритни Спирс выдаются 2 даты. 6 октября 2004 года и 3 января 2004 года. Считаем, в 2004 году и в январе, и в октябре ей было 20... сколько лет? Получается, что и 6 октября 2004 года, и 3 января 2004 года, в то время, когда у нее были свадьбы, ей было 22 года. И находим цифру 22, это как раз-таки возраст. И он у нас находится под числом 9. Давайте я вам расскажу, что же значат вот эти цифры сверху. Здесь их 6 штук. Иногда бывает 7, бывает по-разному. 6, 7, в общем, зависит от года, даты вашего рождения. Вот эти 6 цифр, из них мы выбираем самые большие. 3, 4 самых больших цифры. Это 9, 9 и 7 в данном случае. Возраст 22 года находится под цифрой 9. Чем больше эта цифра, тем больше вероятность того, что именно в этом возрасте вы выйдете замуж. Но с Бритни Спирс тут все так достаточно шатко-валко, и я так понимаю, что она развелась, и 2 брака... Но 2 брака в 1 год, это, конечно, сильно, поэтому я доверяю пока что этому методу, но предлагаю проверить еще кого-нибудь. Кого-нибудь, у кого самые крепкие браки, например. Давайте мы просто загуглим, у кого самые крепкие браки, так и загуглим. Самые крепкие
браке. О, ну вот, смотрите, Мишель Обама. Мишель Обама родилась 17 января 1964 года, 17.01.1964 года. Мы, значит, это все умножаем, получаем число. Получаем 3 миллиона, вот, кстати, уже семизначное число. 340, 764. И теперь 3 октября 1992 года. 3 1992. Так, сначала мы распишем возраст. Таблицу возрастов. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Короче, ладно, пока так. И получается, что она вышла замуж в 27 лет. Смотрим, над числом 27 у нас находится цифра 6. Больше шестерки, только семерка. Может быть, если бы она вышла в 26 лет, было бы все еще лучше. И, я не знаю, дожила бы до старости, вообще 100 лет в браке была бы. Я не знаю, что могло бы быть лучше. Но шестерка — это следующее по убыванию после числа 7. Поэтому, как бы, я считаю, что тут тоже это гадание тоже работает. А как вы думаете, работает этот метод? Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал и увидимся снова. Пока!